Бегать мы тут не можем, мы только ходим вот с одной скоростью и все. Маленькая дрянь, иди сюда, бля. Эта палетка тебя не спасет. На самом деле, то, что они так быстро палеты дают, это плохо, но... Не успела. Белых крюков тут рядом нету. Нормально. Да ё-моё. На белый пойдем повешаем. Хороший капкан. Да не ёрзай ты. Как ж ты кряхтишь-то, а? Бля. Чем ж так орать-то? Там генератор какой-то дочинить должны были. Надо его поломать.
Так, ну они у тех генераторов будут. Будут вот что пытаться запускать. Нет, напряжение не сняли с него. Где они, блин? Куда вы спрятались, а? Вон, вижу одну. Да. Угу, слышу. Мужчина, вам пришло время повисеть. Я предлагаю вам повыше, тут удобное место, вообще классно, видно, все хорошо. Так, один генератор все-таки они завели. Ай-яй-яй. Как ж ты так неаккуратно-то, родная? Аккуратно, надо под ноги смотреть. Да не ерзай ты. На, вот повиси на удобном крюке. Так, это ГГ для нее. Опа, здравствуйте. Медсестра! У меня заноза в пальчике. Прям в ручке, ты какая моя хорошая. Прям в ручке. Вот я по... А, вот же крюк. На, виси. Да не надо так кричать. Да, родная. Так, вот тот крюк тебе понравится, надеюсь. Да? Тихо ты, не сопротивляйся. Ты, блядь. Вот
Опа. На ручки, блядь. А идите-ка сюда. Ой, вот это ты мне нравишься. Не, родная, ты все. Ты на крюк. И, наверное, домой. Я, может, еще и не успею тебя повесить. Далеко ты убежала. Ой, я что, сам в свой капкан попал? Надо искать люк. Слышу люк. Вот он. Вон она, да? Да блин, я в свои же капканы попадаю, прикинь. Отпустите, что ли? Давай отпустим. Куда она меня поволокла? Алло. Да подожди ты, блин. Пусть уходит. Блин, ты не успеешь. Янвой какой-то. Стонущий склад. Поместье Макливан. Девчонки. Кукусики. Сейчас как с краю понаставлю тут. А потом пойдем туда, где ближе генераторы. Сейчас вот это еще тоже обложу капканами. Опа, здравствуйте. А мы из компании Oriflame. Как вам наша косметика? Ладно, беги. Пока беги. Слушай, да, видишь? Какая, а? Стой! Будь моей женой!
какая, а? Дроптивая. Опа, рыженькая. Да, блин, ну палеты все отдают, хорошо. Не, я за рыженькой. Ой, их тут трое. Рыжулька. Рыжулька-кисулька. Да и тебя тоже. Седая ночь. Не стонать? Тут пока позависаю я тут. Рыжуля! Киста моя! Рыба моя! Да стой! Иди сюда, пососемся. Смотри, какой у меня крючок для тебя. Особенный, беленький. Ой, как же они визжат жестко. Так, мне надо капкан. А, это бот, блять, нахер бот. А чё, почему бот? Это я за ботом? Это меня так бот пансил, офигеть. Опа. А ну-ка, брысь, блять, от генератора, ты чё, ёпта? Мама. Мадама, ты чё, ёпта? Генератора-то зачем запускаешь, а? Так, куда мы тебя повесим? Где крюки-то? Давай на ручки. Да, сначала надо даму повесить, а потом генератор ломать. Да не брыкайся ты. Я слышал два стона. Ага. Блять, еще одна. А ну иди сюда, блядь. А ну иди сюда, блядь. Ой, молодцы какие. Бля, да сколько у вас? Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь.
нахуй, иди сюда, блядь! Иди сюда! Нахер, по жопе, блядь. Куда поползла? Куда они, блин? Давай тебя в здании. Ой, там еще одна бегает. Бля. Я не донесу. Ладно. Так, кто стонает? Окей. Иди сюда. Рыбка моя, я по тебе скучаю. Давай еще раз попробуем. Где рыжик? А ну рыженькая бот. Ее на десерт. Опа! Ебать, ты заныкалась. Да куда ты меня тащишь? Все, это улетает. Уже два бота, в смысле? А, она уже вышла, что ли? Так, надо Геныча ломать. А, этот ломать, он уже работает. Надо искать, которые более-менее починенные. Так, это бот. Ну-ка, кыш нахер. О, блядь, нихуя, это что такое? Это кто мне тут стушку устроил? Ну тот генератор надо запускать, он самый дальний, а эти два можно патрулировать. Чинят. Ах вы, блин, чинилки, а? Это бот. Блять, я в свой же капкан залетел. Опять.
Так, двое ворот. Ну, одна половина. Блин, как они далеко друг от друга. Да, вижу, запускает. На бота-то похер, надо людей ловить. Не, ну я буду сейчас уже до того следить. А все, остался еще бот где-то, а бот ушел. А все, девоньки, приплыли, блядь. Бот вас кинул. Рыжуля ушла. А я думал, мы с ней на рандеву надо. Да блядь, не это. Да блядь, ну не это. Да, сука. Виси давай. Блядь, как же они уши носили своими этими воплями. Че, отпустить последнюю? Так, куда я тебя повешу? Есть крюк рядом? Отпусти. Ладно. Пусть убегает. Она даже не сопротивляется. Она смирилась. Да тихо ты, бля, меня уронишь сейчас. Ба, нихера она сильная. Иди. Буга-буга-буга-буга. Буга-буга-буга-буга-буга. Иди, иди. Благодарствует. Ну что, молодец. Полтора головы выше, чем девчонки. Нахер он нужен? Присядешь, а тебя все равно видно. Так, давай. Минируем сразу эти банкоматы, хотел сказать. Блин, только хреново, я сам в эти капканы попадаюсь. Блин, что за фигня? Кстати, раньше такого не было, я помню. Тоже не так давно придумали. Так, будем в проходы ставить. Ай-яй-яй-яй-яй. Что такое? Нихера вас там толпень, блядь! Муравейник ебаный. Так, в капюшончике мужик. Ну, конкурента надо убирать. Ну. Шоколадка. Азиатка, ты чё? Так и прыгаешь на меня, да? Они вместе играют, судя по всему. Ай, упала. Давай повесим уже. Опа, привет. Блин, не успел. Они вместе играют. Сразу видно, видишь, как они играют. Вот так.
Ловушка. Иди сюда, негр, негритяночка. Но они хорошо, они сейчас все бегают друг за другом. И гены не чинят. Надо негритянку добивать. Давай, бам! Слышь ты, гусыня, ну пошла отсюда. А что вы будете делать? Ебать, что они творят? Вы что, пьяные что ли? Блядь, ну вы понимаете, что КГ? Я же ее сейчас поймаю и все. Но она успеет кого-нибудь поднять, если мозг есть. Бля, смотри, а? Ладно, давай вешать. А где негритяночка? Блять! Ой, капан попал. Надо негритяночку выводить из игры, я думаю. Бля, пиздец. Видишь, они в пати играют. Сразу видно. Да я не отъебусь от негритянки, мне похуй. А, это китаянка. Где негр?
Девочка живы, свою подружку-то не идет спасать. Успела. Так это улетает. Генераторы, я не слышу генераторы. Где что, не чинит? А, вон вижу. Выводим. Одна в капан подлетела. Так, азиаточку теперь. Не, ну тут я, если получится, я никого не отпущу. Я никого тут не отпущу. Тут я никого не отпущу. Ну у них все хреново, они ни один генератор не запустили, что-то бегают, какую-то хуйню страдают. Вон вижу мужика. А, вон вижу азиаточку. Там у меня, кстати, в доме два капкана, может сейчас попадут. Минус. Ну и все, мне вообще париться не надо. Стоим, пердим. О, да ладно, нифига себе. Она сама спрыгнула. Ой, там все в капканах. Блин, он их обошел. Как? Как он этот капкан обошел? О, подвал. Она... Да какого, блять, капканы перепрыгивают, ну серьезно.
На него мне похуй. Все, сладкая моя. Слушайте, вы меня прям подбешиваете. Прям реально подбешиваете нахер. Прям надо того только найти. Так, давай-ка ты это только. Если спрыгнешь, чтобы капкан. Где там мужик? А вон он стонет, слышишь? Ух. Нахер, тут я никого не отпущу.